Ну вот хочу в этом видео обсудить встречу Путина и Зеленского. Мы все уже знаем, как, в общем-то, она прошла. Мне пишут в комментах, что неправда, Путин с Зеленским не были тет-а-тет вместе, ничего подобного. Вот я читаю вам. Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут. Ну, я думаю, что за эти 15 минут были, в общем-то, нужны обоим этим лидерам. Что значит еще, как я и предсказывала, что встреча будет, причем как бы Путин будет сам, как бы сам на нее поедет. Помните предсказание, что медведь бежит по мелководью? И, ну, так и получилось, в общем-то, Путин, в общем-то, сам приехал на нормандский формат. Так, в общем-то, оно все и вышло. И вот дальше я уже как бы дала предыдущее предсказание о том, что ожидается еще большая встреча. Вот во главе стола сидит Путин, возможно, это по инициативе Путина, либо он там будет что-то главенствовать, либо его будут инициативы, но будет встреча русских и украинцев, ну вот какая-то очень большая, какая-то большая делегация будет, приедет украинцев в Россию.